жителям Нарьян-Мара рассказали сказку каменного города. Автор повести о Ненецком крае, известный в округе человек, режиссер нашей телерадиокомпании Мария Кравченко. На презентации книги была и моя коллега Алена Валей. Ей слово. «Семь чудес Ненецкого округа» – проект, который в 2011 году стартовал в Заполярном районе. Наша телекомпания сняла цикл фильмов о памятниках природы. Автором стал режиссер Ненецкой ТРК Мария Кравченко. Именно она во главе съемочной группы выезжала на памятные места. Результатом поездок стал не только телепроект, но и новая книга. Она рассказывает о необычных приключениях школьников в туристическом походе по реке Белой. Четверо одноклассников решили пройти на плотах от ущелья Большие Ворота до Индиги. Молодежь здесь действительно уникальная, удивительная молодежь, творческая молодежь. И край, овеянный легендами, он не может быть никаким другим, кроме как сказочным. Сказочным можно назвать и само создание повести. За 10 новогодних дней Мария Алексеевна написала свою сказку. Сказку каменного города. Потом была еще работа. Но автор говорит, это было легко, а время летело незаметно. Финансировалось издание за счет средств программы сохранения и развития культуры Ненецкого округа. Мы очень рады, что эта книга вышла в Москве, потому что полиграфия просто чудесная. У нас, пожалуй, такой полиграфии еще и не было. И очень удачный формат этой книги, такая она. Ну как вот, когда ее впервые увидели, даже поразились. Повесть с элементами ненецкой мистики. Необычные события, которые происходят с обычными людьми. Книга будет интересна широкому кругу читателей. Взрослые, подростки и дети найдут для себя много познавательного и увлекательного. Человек приезжий, и интересно будет увидеть взгляд приезжего человека на ненецкую культуру, на ненецкий край. Поэтому я думаю, что я просто советую всем прочесть. Лично мое мнение, что эту книгу нужно прочесть. Книга поступит в библиотеки населенных пунктов округа и во все школы. Алена Валей, Вадим Носкин, телеканал «Север».